О, Мирон, Мирон, а что ты делаешь? Да, помнишь, старший играет. Короче, я нашел новый способ на 950 гемов просто бесплатный. Серьезно? Да, есть новый способ. Давай, я тебе прямо вот сейчас на телефон сделаю. На, поснимай. Бежи. Вот, смотри. Нажимаешь здесь на магазин. Потом пролистываешь самый конец. Угу. Листаешь, листаешь, листаешь. И здесь есть вот код. Нажимаешь и вводишь сюда код. А что за код? Сейчас тебе расскажу. Да нет, ты узнаешь, если ты посмотришь мой видос. Окей, посмотрю. Только посмотри, ну реально, этот код вообще типа американцы все им пользуются, но русские почему-то они не знают, это странно. Так, вот я его уже писал, и смотри. Плюс 950 гемов. Ого, ничего себе, на мой аккаунт! Да, смотри. Пипец! Я сам узнал только недавно об этом коде. Короче, смотри. Так, смотрите, на моем аккаунте уже 1984 гема. Я сделал это с помощью этого кода. Этот код, кстати, записан у меня на этом телефоне. Прямо вот здесь вот. Доступ к нему только у меня. Дай, дай, покажи. Нет, не дам. Ну, пожалуйста. Это для подписчиков, не дам. Все, тихо. Короче, смотрите, ребят, чтобы... Отдай телефон! Телефон отдай! Отдай телефон! Знаешь, что он мне достался? Вы знаете, что он мне достался? 10 тысяч рублей я купил на американском сайте. Ни у кого этого кода нет. Я тебе и так задонатил 950 гемов просто так. Я так тебе и так задонатил просто так. Ни у кого этого кода нету. Я хочу. Посмотришь видео, узнаешь код. Пошли. Ну ладно. Все, больше так не делай, понял? Да. Точно, обещаешь? Да, больше, хорошо. Больше? Ладно. Короче, если ты сейчас потянешься 5 раз, то я задоначу тебе 950 гемов. Реально? Да, давай. Я задоначу. Еще раз. Повелся, боже. Так если я от него избавился. Короче, ребят, почему этот код реально крутой? Потому что модераторы его не видят, это раз. Во-вторых, я сейчас задонатил себе мало, это только из-за того, что мои видео просматривают суперстелл, и мне может прилететь, короче, страйк, поэтому... Все, задонать мне потянулся. В смысле? Ты должен мне забрать 950 гемов. Я тебя обманул. Серьезно? Да, иди сюда. Короче, ребят, вот поняли? Реально, никто не видит, то есть это безопасный способ. Так бы сразу. Прости меня. Вписываешь вот этот вот код, понял? И нажимаешь ОК. Так вот какой код? Да, только ты его никому не рассказывай. Пусть все видео смотрят, понял? Окей. Все. Держи, нажми ОК. Смотрите, реально гемы летят. Короче, ребят, я этот код вообще нашел на американском сайте и купил его за 10 тысяч рублей, так что это реально очень крутой код. Но я вам дам его бесплатно, если вы поставите сколько лайков? 10 тысяч. 10 тысяч лайков? Типа да. 10 тысяч рублей. То есть каждый может сказать по рублю с низом. Ну, то есть не рублю, а лайку, короче. Все, думаю, это будет топово. И сразу же будет код. Само собой, я код куда-то там скину. Я скажу, куда я вам скину. Я не буду его кидать в YouTube, потому что меня за это всегда кидают страйки. Суперселл знает, что это все рабочее, и тупо кидает мне страйки. Если бы оно не работало, мне бы никто страйки не кидал. Короче, как-то так. Что скажешь в конце? Ну реально, ну это вообще. Я тупо на халяву 1900 гемов получил. 1900? Да. Да. Я математик не очень. Ну все, короче, встретимся в следующем видосе. Также смотрите вот эти вот другие видосики. Смотри! Видосик отличный, очень приличный. На него нажми и посмотри. Если остался, то подписался. Не подписался, без леги остался.